Тюша, я могу взять у тебя интервью? Да. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что у тебя родилась сестра? Да. А ты знаешь, как ее назвали? Как? Не знаешь? По-моему, нет. А еще такой вопрос. А тебе папа Женя часто звонит? Раз в неделю где-то. Вот тебе рассказывал про то, что у тебя сестра появилась? Да. Не сказал, как ее зовут? Нет. Понятно. Ну, расскажи еще что-нибудь. Нравится ли тебе жить на Кипре? Нравится. Нравится? Да. Какие у тебя планы на сегодня?